По статистике, наиболее частой причиной дорожно-транспортных происшествий является превышение скоростного режима. В большинстве случаев водители не акцентируют внимание на дорожные знаки. И чтобы исключить возможные нарушения и предупредить любителей погонять с ветерком об ответственности, сотрудники Десногорского ГИБДД установили на трассе Н1 прибор измерения скорости АМАТа. Мы находимся на данном участке дороги Н1. Ограничение здесь скоростного режима 40 км в час. Допустимо до 60 км в час. Работаем с прибором АМАТа. Всего за полчаса на выезде из Десногорска было зафиксировано два скоростных нарушения. По странной случайности нарушителями оказались автолейди. Им сотрудник госавтоинспекции выписал штраф в размере 500 рублей. И несмотря на то, что большинство нарушителей с показаниями лазерного измерителя не согласны, АМАТа является максимально точным прибором. Его отличительная функция – это визерные метки на фотографиях. Этими метками прибор обозначает из всего потока именно тот автомобиль, который в данный момент и превышает установленную скорость. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, не пренебрегать такими моментами, как превышение установленной скорости движения. Соблюдение скоростного режима жизненно важно для всех участников движения. Поэтому будьте внимательны на дороге и ни гвоздя вам, ни жезла, уважаемые автовладельцы. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.